Сегодня Совет отцов принимает активное участие во всех акциях, связанных со специальной военной операцией. И когда идет эта операция у нас в стране, Совет отцов вместе с Советом женщин города Ленинска-Кузнецкого ведут большую работу в школах. Они принимают активное участие в нашей акции, например, «Тепло женских рук». То есть мы сегодня уже собрали достаточно большое количество носков для мобилизованных. Хотя до этого была акция «Посылка солдату», и здесь Совет отцов тоже принимал активное участие вместе с Советом женщин. А в первую очередь мы собирали посылки для детей и женщин Донбасса, где здесь тоже и Совет отцов, и Совет женщин тоже внесли свой значительный вклад. При этом очень важна консолидация усилий. Понимаете, одни отцы, ну, не всегда могут оказать какую-то помощь. И женщины тоже не всегда самостоятельно. А когда и общественность, и власть, причем власть со всех сторон, и законодательная, и исполнительная, и мы все работаем на одно, на то, чтобы и нашим детям, и нам самим жилось лучше в нашей стране, наверное, это важно.